Что-то такое динамичное, не напрягающее. Потому что никакой брачной ночи обычно не бывает. Потому что... Меня зовут Ангелина Шенкевич, и я ведущая, певица. Потому что, наверное, когда голодные люди слушают тебя и еще и хлопают, наверное, ты нравишься. Я весь вечер буду зажигать на вашей свадьбе. А вы смотрите и аплодируйте мне. Вот это плохой ведущий. Самый худший ведущий – это тот ведущий, который не затыкается. А самый лучший? Еще худший ведущий – это тот, который постоянно говорит стихи. Запомните эту минуту навеки. Да будет священна она. Хороший ведущий должен чувствовать гостей, то, что им нужно. Проводить минимальное количество конкурсов и при этом уметь владеть аудиторией. На мероприятии я ведущая, и в те моменты, когда я вижу, что людям хочется услышать мой голос, я певица. Ну, конечно же, юбилеи, конечно же, корпоративы, выпускные, открытие салонов, вот. А так, в общем и целом, что про финансы спрашиваешь? Расписаться, улететь куда-нибудь, побыть вместе, но так обычно думают мальчики. На самом деле, для каждой невесты, для каждой девушки должен быть праздник. Мои мероприятия запоминаются и вспоминаются с улыбкой. Вот так.